Всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Купринов Плей. И сегодня мы поиграем с вами в злого-злого батю. А злой-злой батя — это не номер один из всех нереальных отцовских симуляторов. А сзади орёшь-то. Хули ты орёшь-то там сзади, хочу я сказать этой жене. Рядом стоит пивко, огромный ребенок, бляха, на руках. И он сидит невозмутимо, потому что настоящего батю хуй чем возмутишь. Enjoy футбол. Что-то непонятное. Выбрать наслаждаться футболом. Ну, давай, окей, попробуем насладиться футболом. У нас был уже один симулятор отца. Это было давно. Это была флешка. И было довольно забавно. Значит, а что делать? Так, что такое? Что происходит-то? Как тут? Е? Отлично, Е. Посидим, посмотрим. Так, понятно, нам нужно смотреть футбол. Пока там мать что-то ходит, что-то бродит, что-то, блядь, огоньки какие-то. О, нормасно. Не срать вообще. Блядь, какое кресло нехорошее. Так, подожди-ка. А что тут происходит-то? Ёпта, это надо мыть, что ли? Да ладно, какой нахер мыть? Ты о чем вообще? Алло. Футбол как бы там идет, какой нахуй мыть? А злое снизу, это слева, это типа жена, да? Если что-то типа случится, то нам пиздец. Окей. А хуй ты сама-то ничего не делаешь, алло? А, нажимать, окей. Ёпта, твою мать, не открывается ничего. Так, подожди. Гейм овер! Ты не смог взять ни одного. В смысле? Четвертьфинал. Окей. В чем проблема? Ты заебала меня, женщина! Да отстань нахуй своей банки от меня, иди сама открывай. Так, жена пока не злится, в чем проблема-то? Судьи показывают что-то там еще, что-то вот еще. Злость ушла, хорошо, нормально все, давай бухнем. Ха-ха-ха, нормас. Так, что-то там какой-то пиздюк захотел, ну-ка подожди-ка. А где показатель того, успеваю или не успеваю? Так, ты, что тебе надо? Что? Ой, блядь, 9 на 5? 2, нет, 9 на 5 сколько? 45. Ты что, долбоеб что ли, блядь, с калькулятором почитать не можешь, алло. Так, что-то телек от меня хочешь, подожди. Ну телек, нихера себе, конечно, телек там футбол идет. Блять, трубу прорвало. Вы издеваетесь, почему именно, блядь, в четвертьфинале должны все трубы прорваться? Алло! Ёб твою мать. А-а-а, в натуре, сука! Крушила моя, блядь, подожди, там футбол. Какой нахуй, отстаньте на своей трубы, у меня там четвертьфинал. Я не знаю, кто с кем, там плачут болельщики уже. Ой, а что такое-то? Это батя-то, ебать, понесло уже. Да заебешь ты своими банками, купи себе уже нормальную открывашку, блядь. Как это? У меня не открывается, у меня не открывается. Где тут чё, блядь, про... Ёп, твою мать! Нажми, чтобы починить. Все что ли? Что еще? Ой, блядь, как много тут дырок-то, ёп твою мать. Так, тихо, футбол, там футбол идет. Так понимаю, нужно продержаться и поиграть в футбол нормально. Хорошо, пухаем. Батю повело уже, ебать, все плывет, нахуй, все плыло спокойно. Все нормально. Да что ты опять там, долбоёб, без калькулятора-то? Ну, в конце-то концов. У тебя же есть калькулятор, что тебе не нравится? Бля, 4 на 10, 40, ёб твою мать, ты дурак, сука, учи уже свою алгебру, блядь, или чем-то там занимаешься, падла, по вечерам. Бля, я ничего не понимаю, что происходит, спокойно. Сейчас жена ебанет уже, все, спокойно. Да отъебись от этой, выкинь нахуй эту посуду. Там, блядь, гол сейчас забивает, матч сейчас кончится. О, раунд комплит. Ты просто пиздуешь в бар. Ну, естественно, после такой напряженной дня-то. Бля, полуфинал, серьезно? Окей, смотрим пока футбол. Бля, что такое? Да кто там, нахуй, жена, ну-ка открой! Вот ты, блядь, а смотри, сама открыть не может, нахуй. Идите нахуй от меня! Идите в жопу! Что? Идите нахуй и никогда не возвращайтесь. Блядь, пидорасы, сука, отвлекают меня от... Ой, там что-то запищало! Ты что пищишь-то, алло? Что делать-то? А, не в смысле? Ну-ка не пизди. А, блядь, там что-то орут болельщики. О, блядь, подожди. Просрал гол, в смысле я просрал гол? Вы охуели, что ли? Ёб твою, ну-ка жахни за это дело, блядь. Вы заебали там ко мне ходить, ублюдки. Ты, блядь, вы, сука, сопляжуи какие. Жена, ты хули ходишь, ничего не... О, блядь, иди в пизду. Иди. Нахуй, тварь! Вот, сука, недотошные пидоры, блядь, а!
ходит. Тебе спокойно! Я смотрю, все нормально. Ура, блядь! Ха-ха-ха! Гол показали, да, или что прыгать-то? Все хорошо. Гол! Наши тащат! Я не знаю, какие наши, но наши тащат. Ты, блядь, стерва сама, хоть дверь-то можешь открыть или нет? Накрутила себе, блядь, макарон на голове. Я тут ходи, блядь, за всем следи, ебаный свет. Спокойно. Так, все хорошо. Что? Нет, блядь, вот еще, спокойно. Нет, тихо. Там, блядь, опасная атака, женщина, опасная атака. Тихо, спокойно. Бухня маленькая. Хорош, успел на гол, красава. Бля, опять эта пиздюшня разоралась. Что же вы делаете, нарожали, блядь, а мне следи за всем, в конце концов. Я тебе въебу сейчас. У меня что-то поплыло все. Пиздюхняри, у меня плывет все. Тихо. Блядь, там сейчас гол забьет. Бля, просрал гол опять, спокойно. О, бля, ничего. Нет, ну как так-то? Какой гол-то я пропустил? Ну нормально же все было. Успокойся, нормально все. Бля, опять орет, ты заебал. Женщина, сука, ты родила, ты иди покачай хоть маленько в конце-то концов. Заебешь. Я тебе сейчас дам аутофритм, блядь. Ой, как все плывет. Ой, как все плывет. Надо мышкой вверх-вниз воротить, тогда все будет нормально. Так, я понял, короче, красная полоска — это не ебаная жена, красная полоска — это показатель моей злости. Мне нужно сделать так, чтобы она не долетела до конца. Смотри, видишь, я бухаю пивцо, и полоска нижняя спадает. Хорош, все отлично. Бля, телефон, идите нахуй, нормально, садись в пизду. Какой месяц гол, я около телека был, алло. Что семья, мужик, ты есть? Не знаю, что семья, мужик, ты есть? Я есть макароны, жена, семья буду, блядь. Это какой-то доисторический язык. Финалы, бляха, финалы. Не-не-не, тихо, да не надо бухать-то, подожди. Рано ты бухай, блядь, да встань ты уже. Пидоры опять эти приперлись, блядь, возьми какую-нибудь биту, въеби им по голове в конце концов. Идите нахуй, ублюдки, сука. No sense, блядь. Да иди нахуй. Ай, блядь, серьезно. Сука, идите нахуй, тихо, телек. Спокойно. Это что за хуйня? Это что за парень? Нет, идите нахуй, у меня там гол. Чё там гол? Нет, ну быстрее! Хорош, блядь, быстрее. Спокойно. Опять звонят эти пидрюки. Где тут чё ворчишь? Ну-ка не ворчи нахуй. Все, спокойно, тихо. Опять эти пидорасы пришли. Опять, сука. Идите нахуй от меня, я сказал, сука. Следующее слово, быстрее, короткое. Блядь, Бетти! Бетти, ёб твою мать, выгони их нахуй, давай в дробовик. Бетти, блядь, не снят. Ёбаный в рот, Бетти. Спокойно, я сейчас умру, блядь, сейчас подохну, все, пиздец. Все, смотри, злости уже просто прям целые штаны. Злости прям дохуя. Гол не пропускаю гол, нельзя гол пропускать. Хорош. Гол увидел, ладно, мы посмотрим дальше. Гол, все, хорошо, давай, напидоривай, ее быстрее, напидоривай, блядь, гол скоро будет. Напидоривай, быстрее, сказал. Быстрее, блядь, там опасная атака. Быстрее, пидорь, быстрее, спокойно, тихо, спокойно. Блядь, как пропустил, ну как пропустил-то, если, сука, я попал в гол, попал, бляха, я в него. Опять этот, блядь, долбоеб, ну, сука, кто ж тебя, блядь, учит-то в конце-то концов 3 на 3, я тебе въебу в следующий раз с такими примерами придешь, дебил, блядь, таблица умножения, сука, в первом классе проходит, долбоеб, в школе, блядь, ее уже все знают, он, сука, с калькулятором 3 на 3 не может, блядь, сделать. Подожди, ебаный труба, ничего не случится, все будет нормально. Отлично, все, гол посмотрели, быстрее, блядь, красную карточку кому-то там дали, кому, блядь, так и не понял, кому дали красную карточку, сука, конечно, поймешь, блядь, с такой семьей, быстрее, нахуй, клей все. Все хорошо, замечательно, быстрее, на гол, 1, нахуй, жена, спокойно, опачки, хорошо. Бляха, кто-то обосрался, и этот кто-то должен, сука, это все сам чинить, но нет, блядь, мне придется чинить все это самому, потому что некому, блядь, больше. Спокойно, въебу чуть-чуть. Ебу и пойду быстрее починю толчок. Ой, бля, я ничего не понимаю. Что происходит-то? Где этот сральник-то? А, быстрее, дрочи эту хуйню. Отлично, так, тихо. Блядь, там гол, нет, как я, бля, где я вообще? Ты заебешь, женщина, ну в конце-то концов, серьезно, футбол же. Спокойно. Бля, еще 2 минуты страдать этой хуйней. Да ладно, быстрее. Бля, не-не-не, спокойно.
Ну забивайте вы там уже быстрее, сука, блядь, ёбаные одноногие футболисты, забивайте быстрее! Ну что за херня-то? Ой, блядь, идите нахуй, а! Играть не могут, отвлекают меня, блядь, какое это отвлекают? У меня почему две жены-то пробежало, что за херня? Быстрее заклеивай все это нахуй, хорошо, хорошо, ооо, что-то, ебать, как все плывет! Как все плывет, спокойно! Тихо, 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 гол, посмотрим, гол, посмотрим, гол, посмотрим, посмотрим, гол. Посмотрим, гол, хорошо! Гол, голушка есть, нормально, так, съебалась. На свою банку сиди, молчи там нахуй, спокойно. Сейчас все, ничего не отвлекай, меня осталось, блядь, последними, ёб твою мать! Последние минуты матча, что за херня? Бля, где я? Где основной я? Ты, блядь, уже почини эту трубу нормально, что за херня, ты не можешь нормально трубу, что ли, починить? Скотчем, блядь, заклеивать, скотч не для этого предназначен, ёб твою мать. Тихо, тихо, ебачу-бачу, бачу-бачу-бачу, спокойно, 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 спокойно. Бухать нельзя, слишком все плывет, все слишком плывет, нихуя непонятно. Да ну нет, пиздюк, ну серьезно. Бля, пиздюк, ты сейчас так не в тему, я тебе в натуре говорю, ты так не в тему сейчас заорал. Где ты? Тихо. Ой. Ой. Ой, да иди на, выпусти меня, блядь, выпусти! Ёбаный пиздюк! Блядь! Ах ты мелкий, сука, хуеплёт, ты посмотри, а! Не могу я, сука, пьяным шатать детей, тварь, блядь, иди сама что-нибудь поделай уже в конце, так въеби ей! Бля, вот короче она, смотри, охеревшая баба. Вообще ничего не делает. Вообще ничего не делает. Просто тупо ничего не делает. Ходит, блядь, по дому с зеленой рожей и с макаронами в голове. И похуй ей, спокойно, гол там, тихо, тихо, тихо. Опять же, это только заклеил, ебаная труба. Хорошо, отлично. Да рано ты, не надо, ну зачем ты сейчас это делаешь, блядь? Нельзя там пиздюк заорет под конец. Блядь. Тихо, спокойно, быстрее все заклеивай. Блядь, купи себе другой нормальный клей. Ну меня пропустил гол, ну ёб твою мать. Сука, я тебе въебу, мелкий, чё? Да ты, блядь, ты дурак, нет. Ну серьезно, как 1-2-то? Ну, бля, я же 10 набирал там. Ой, какие же вы, блядь, все! Ой, ебать, подожди! Не забиваем из меня там, нахуй! Уйди отсюда, блядь, с дороги-то! Все хорошо, все нормально, спокойно, 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 спокойно. Главное, не торопиться, нельзя. Все будет нормально. Блядь, посуда. Ебаная посуда. Да зачем я не нажимал на это? Что ты делаешь-то? О, блядь! Посуду, сука, помыть не может. Она нахуела, я здесь... Блять, как гол-то про... Она охуела в край, блять, посуду не моет, детей не качает, пиздюкам не помогает, блять, двери не открывает. Заебала, поняла? Нет, сейчас, сука, досмотрю финал, разведусь с тобой нахуй. Разведусь, блять! Кто там, сука, мне названивает? Кому там что, блять, от меня нужно? Что вам надо, нахуй? Идите нахуй! Вот и все. Вот и все, все правильно. Спокойно, там гол идет. Тихо. Спокойно. Ну ладно, ёбни маленько. Разочек. Вот так хорошо. Все, тихо, 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 тихо. Телек прыгает, значит, что-то будет. Телек прыгает. Блять, гол где, ублюдки? Хорошо. Вот так, чтобы и было. Я подходил, забиваем. Не подхожу, не забиваем. Блять, какие непослушные футболисты. Кто там, сука, опять? Ну кто там, сука, опять? Жена, открой ебаную дверь уже! Бля, ну что же ты такая ленивая? Это я ебал. Жена, ну серьезно? Вот ты пиздец. Вот ты, блядь, по... Идите нахуй! Сука! I do not like... Блядь, там гол! Сука, к... Кулу... До... ЕСС... Х... Not... Like... Ху... Ман... Идите в пизду! Бля! Нет! Нет! Ну почему? Ёбаная, сука, эти пидоры в двери! Как же они напрягают, блять, вот серьезно, вот это реально, это прямо из реальной жизни. Постоянно какие-то долбоебы ходят, что-то спрашивают, блять, что-то хотят. А вы верите в то, а вы хотите то, а у нас новые тарифы, а у нас хуиф, а у нас пиздиф, а у нас то, а у нас это, а у нас здесь, а у нас там. Идите нахуй, не ходите ко мне, и все. Прям вот и хочется им так сказать, отъебитесь, сука, от этой двери. Блять, забудьте, что она здесь существует, это стена. Не ходите сюда, мне, блядь, если что-то надо будет, я сам, блядь, к вам приду. Долбоебы вы тупые, блядь, сам я к вам приду.
Так нет, сука, так и ходят. Что такое, блядь? Так и ходят, блядь. Каждыми днями, круглыми сутками ходят и ходят, сука. Трубку-то хоть возьми, ёбаный свет! Ой, какая же ты мутная баба, блядь. Какая же ты мутная баба, сука, гол пропущу, ебало плачу. Не пизди там, ёбаная сигналка. Все хорошо, гол был, нормально. Бля, и пидоры эти звонят, и опять эти пидоры звонят. Почему ты можешь этим пидорам сама открыть, ну серьезно, женщина? Вы заебали обо мне, I don't like you. Блядь, какая не та кнопка-то? I am going to close this. Блядь, там кто-то орёт за трибунами. Now. Сейчас гол просрём. Блядь, женщина, отойди, пожалуйста. Нет, ну как так-то? Ой, блядь, ну как так-то, как так-то? А, садись быстрее, подожди. Все должно быть нормально, все должно быть нормально. Это уже третий финал за сегодня, бля, я должен ходить. Не надо! Ну ладно, похуй, бухни. Все, пошли. Потемнело, блядь, уже в глазах. Потемнело в глазах, нужно... А что будет, если я не буду ничего мыть? В чем проблема-то? Серьезно, блядь, нахуй мне это надо? В конце-то концов, ну, почему я должен все это сам делать, бля? У меня футбол, что за пиздец? Ну, куди. О, бля, тихо, там кто-то свистит. Подожди, что происходит, спокойно. Опять это долбоёб. Ну какой же ты глупый, пиздюк. Может тебя сразу, блядь, я не знаю, отправить куда-нибудь просто для таких дебилов, как ты, чтобы место там найти. Ты дурак, нет, блядь. Какой в смысле, чё неправильно-то? Блядь, чё-то неправильно было, представляешь, ёбаный рот. Чё-то было неправильно. Сейчас пиздюк начнет орать, а я по пьяни хуй чё сделаю вообще. Ты заебал, ну ты мелкий, ну ты серьезно, нет? Где, блядь, таких дегроидов выращивают? Ну, 5 на 4. Я только что тебе это писал. Сука, 7 на 9. 7 на 9, 63. Бля, я что-то кнопки половину пропускаю. Спокойно. Бля, эти футболисты еще тупые, играть не могут нихуя нормально гол забить. Забивайте быстрее, мне надо толчок прочистить. Дурни, блядь, отлично. Все хорошо, более-менее, хоть парочку голов в этом финале посмотрю. Финал-то какие хорошие, еще смотри, блядь, с голами. А то обычно хуй дождешься, спокойно. Тихо, телек, все. О, блядь, хорош орать, ебаный сигналка, успокоилась. Пошел быстрее, тихо, пошел нахуй, не звони мне. Выдерни просто провод от телефона, да и все, в чем проблема-то? Хорошо, нормально, все замечательно, без бухашки, идите нахуй, я вам спокойно объясню, все, до свидания, спокойненько, тихо, футболец, спокойно. Ах, ты кто-то опять обосрался, блядь, это ты, сука, мелкий гондон, и считать не умеешь, и смывать не умеешь, дебил, ничему тебя, блядь, в жизни-то не учат, быстрее там гол идет, блядь, быстрее, я чую финальную атаку, голевой момент. Я-то почиду, я тебе сейчас сам, блядь, почиду, понял, нет? Быстрее забиваем, пацаны, ну быстрее, ну! Какие бананы, блядь, молодцы! Ну это банана, говорит. Ёбаный свет, почему ты посуду-то не моешь? Объясни мне, почему ты, блядь, не моешь посуду? Зачем ты, сука, вообще существуешь в этой квартире? Объясни мне, женщина. Нахуй ты мне здесь сдалась? А ты, блядь, вообще бесполезный кусок просто. Тихо. 45 секунд осталось. Отлично. Справляемся нормально. Все хорошо, главное паниковать. Быстрее, блядь, заканчивайте свою сраную атаку, молодцы. Сраная атака, сраный унитаз, блядь. Ой, как же заебали его засорять, в конце-то концов. Все хорошо, быстрее, там голевая атака идет, и атака, блядь, 30 секунд осталось. Нет, не надо мне звонить, у меня футбол, сука! Сам, блядь, сейчас занервчу с этой игрой, это ну серьезно, вот как так-то, блядь? Быстрее забивайте, ну. Не надо, пожалуйста, пиздюк! Пошел нахуй! Пошли нахуй, у меня 10 секунд, я никуда не пойду. Идите нахуй там, все. Я никого не знаю, никуда не пойду, у меня телек, у меня футбол. Я ебну еще пивка и срать на вас хотел. Вот и все, успокоился, все, заеби, еще ебну. Нам не страшно, вот, отлично. Ха-х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 а, блядь. Это мое семейное фото, орущий пиздюк, тупой, блядь, подросток, безрукая ебаная зеленорожая жена и батя молодец. Один только батя молодец в этой семье, блядь, но он долго так не продержит. Он долго так не продержится, ни в коем случае. Его взбесит, он пошлет всех нахуй и уйдет куда-нибудь. Там, где тихо, там, где спокойно и там, где хорошо. Ссылка на выставление вынесена в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, на инстаграм. Заткнись нахуй там, а!
Задохнется на панель. И всем до встречи в следующем выпуске. Раньше здесь был мат.